Всем привет! Значит, в этом видео хочу рассказать про какие бывают косяки. Купил насос тандем НШ 10-16. Вот, пытался его свернуть, он не сворачивается вообще. Открыл пробки, там что-то ржавчина, песок, непонятно. Говорю, да, я разберу, гляну. Стал разбирать. Один болт вообще был не закручен, на одном гравера нету. Вот, и получается вот такая вот штука. Вот. Это я уже отмыл. Тут и мусор, и песок. Вот, шестерни. На шестернях видно выработка с одной стороны. Вот она, видно, блестит. С другой стороны чисто. То есть, ну, вся она вот в саже, в массе. Видно, что рабочая. И на корпусе, видно, не видно, тоже выработка. Я его не крутил, не стал проворачивать ничего специально, чтобы не поцарапать. Говорю, разберу, помою, потому что вдруг песок поцарапаю. Вот помыл, маслом смазал, он оказался БУ. Покупал как новый. Будем назад сдавать, в другой фирме брать. Теперь по сварке. Купил сварку Сварог, насоветовали мне. Ресант у меня вот год уже пашет как трактор, я и доволен, но насоветовали, сказали, лучше идет Сварог и Аврора. Вот, купил Сварог 200 амперную сварку. Вот она, МиГ-200 написано, Реал МиГ-200. Сказали, сварка хорошая, охрененная, привезли, поставили на радостях, все, варить. Сунули проволоку 5-килограммовую, не варит, хоть убей. Изварили, все, вот все пробы. То же самое, как у Алика, было видео на канале. То же самое, срет, не варит. Значит, пробовали менять вот эту полярность, вот эту вверх-вниз, плюс-минусом, ничего не помогает. Что делать? Поставили проволоку уже 15-килограммовую, сзади там кое-как подсунули ее, как мы обычно варим. Не помогает. Редуктор углекислотный. Давай редуктор попробуем поменять местами. Это специальный редуктор углекислотный, а здесь у нас стоит обычный кислородный редуктор. Вот, поменяли редуктор местами. Тоже понту нету. Говорю, ну что остается, ну давай кислоту попробуем поменять. Брали одной партии, в одном месте два баллона. Вот этот баллон и вот этот баллон. Вот. Поменяли баллоны, ну сразу с редукторами. Дело пошло, и этот редуктор нормально работает, и тот редуктор нормально работает. Баллон, поставили вот этот баллон, который не варит с углекислотой, поставили на эту сварку, которую все время варит, варим. Даже и ресанта с этим баллоном не варит. Вот они, образцы, наварены, видно. Вот, пробовали варить точками, прихватками, по-разному. Разница видна, да, кругом шипит, воздух, тут нету ничего. Вот, если нормальная сварка, ее сразу видно, как она варит. Это вот не сварка, а углекислота. Это другая углекислота. Поэтому вот в продолжение к видео Алика, канал Красим56, он там тоже мучился, там полярность менял. Хочу сказать, что дело бывает еще не только в полярности, в редукторе, еще дело бывает и в углекислоте. Хотя, я же повторюсь, брали с одного места, с одной партии. Ну, как бы такое еще бывает. Так что вот так. Сварка неплохая, в принципе, но мы еще не варили, надо приловчиться. Ну, такой косяк вышел. А я уже как бы сначала расстроился. Думал, дело-то все-таки у нас в этой... Ну, понятно в чем. Думал, дело в сварке. Сварка не очень. Вот, еще сделали такой, ну, не доделан еще, пробная такая версия у нас. Это вилы здесь вот. Все на лебедке. То есть, раньше была у нас кранбалка. Вот, сейчас у нас типа штабелера. Лебедка электрическая. Подкатываем. Противовес, это временный пока противовес. Поднимаем погрузчик вот отсюда, вот с этого места, с манипулятора. Уже готовый, собранный, заведенный, проверенный. И снимаем вот ей. И катаем по цеху куда надо. Вот такие вот дела. Пока все.